Центр симуляционного обучения появился в Рязанском государственном медицинском университете в 2012 году. Уже тогда студентам и интернам предоставили возможность применять знания, полученные из учебников и лекций, на практике, еще до встречи с реальными пациентами. Данные роботизированные симуляторы практически полностью могут симулировать, показать настоящего пациента, чтобы избежать начала своей трудовой, лечебной деятельности студента, да, и убрать элемент страха и более качественное образование, более качественное оказать лечение, да? То есть учиться не на людях, да, когда студент приходит и знает только теоретически, что ему можно сделать. Здесь же можно отработать на практике все свои знания и уже после этого только идти непосредственно к пациенту, к больному. За время своего существования Центр симуляционного обучения РязГМУ уже вышел на третье место среди аналогичных центров в стране. И это еще не предел. Совсем недавно в центр поступила новая роботизированная техника, которая позволяет отработать действия врача в любых самых сложных ситуациях от момента развития плода до самых родов. Есть возможность не только проследовать ребенка, как он находится в животе, но уже и последующие этапы, как ребенок родился, там неонатологический период, потом ребенок 5-6-летнего возраста, как вы видели, подросток и взрослый человек, которых можно полностью диагностировать, обследовать и обучать. Это робот-симулятор подростка примерно 5-6 лет, на котором вы, соответственно, можете измерить его все физиологические параметры. Эти физиологические параметры также можно увидеть на экране монитора, вроде как ЭКГ, артериальное давление, пульс, частота сердечных сокращений и температура тела. Робот умеет моделировать звуки легких, звуки сердца, и, соответственно, вы это можете послушать. Последнюю закупку у нас пришли самые замечательные, последние просто тренажеры, даже не тренажеры, а симуляторы высокотехнологичные. Это ультразвуковой симулятор, где есть все модули практически, которые в медицине используются. Это и кардиология, и гинекология, и брюшная патология, травмы различные, где можно обучаться не только там интернным ординаторам, но и врачам, последипломникам. Также пришли роботы, как вы видели, Fidelis, роботы акушерства и гинекологии, да, самый известный в России, по-моему, у нас второй он, кто из вузов, кто купил этот симулятор. На нем можно рожать и в головном, и в тазовом предлежании, обучаться будут у нас врачи ко всем неожиданным ситуациям, будут готовы в процессе рождения ребенка. Также у нас пришли BabySim, PedySim, это роботы-симуляторы младенца и подростка, на которых тоже можно проиграть практически все ситуации. Это и анафилактический шок, и травмы различные. Наша съемочная группа попала на занятия к интернам, для которых тоже в новинку работа с подобной симуляционной техникой. Если вы все сделаете правильно, то через 3 цикла он сам начнет дышать, у него появится ЭКГ и сузятся зрачки. Когда мы учились, таких, конечно, манекенов у нас не было. И такого мы не видели. А сейчас они как более современные, много у них функций разных. И вот эта вот наглядность нам очень помогает. Оборудование центра позволяет ознакомиться буквально со всеми ситуациями, которые могут возникнуть в практике молодого специалиста. И этот бесценный опыт вывел обучение на новый уровень. Между тем, техническое оснащение со временем будет расширяться.